Задание выполнено. Противник устранен. Алло, алло. А. Йола, Павел, ну, вы видели, я все-таки успешно порешал, но единственное, что звонил телефон, пришлось отвлечься. Ну, почему это все время так происходит? Ну, на самом деле, единственный выстрел, а все-таки команде помог. И мы победили. Ю-ху! Всем привет, привет YouTube, привет мои подписчики. Ну что же, с вами мистер Фокс, и пришло время вернуться в замечательную, потрясающую, удивительную, невероятную Радугу 6 Осада. Почему вернуться? Потому что когда-то я начинал осваивать вот такие вот игры жанра, ну, в общем-то, тактических спецопераций именно в 90-е годы. Многих из вас тогда еще на свете не было. Но те, кто был, помнят, что в 90-е годы была уже серия от Тома Клэнси «Радуги 6», и это был настоящий жесткий неразбавленный хардкор. Там просто убивали с одной пульки. Нужно было спасать заложников. Это была игра против компьютера, но, поверьте, это было не проще, чем против людей. Это было очень жестко. Вот, и она захватывала. Я очень много провел времени тогда, это был какой-то там 97-98 год, 99-й, вот, как, и это было по-настоящему прям здоровско. Ну что же, сейчас мы посмотрим на эту потрясающую и красивую «Радугу 6 Осада». Здесь игра выглядит следующим образом. Две команды, защитники и атакующие штурмовики, куча-куча оперативников, которых можно открывать, разблокировать. Начинаете вы, естественно, если вы покупаете обычный комплект игры, начинаете вы с самых простых. И по мере набора вот этих вот очков вы можете открывать в себе очень крутых оперативников, каждый из которых наделен своими определенными способностями, оружием и так далее. И все это использовать в игре. Игра очень динамичная, все происходит очень быстро, буквально 3 минуты раунд, либо мы находимся в комнате и защищаем там заложника, а другая команда штурмует, должна всех нас убить и спасти заложника, либо это может быть контейнер там со взрывчаткой. Либо мы, наоборот, штурмующая команда. Очень много всяких фенечек, всяких движений, можно там на тросах, на канатах спускаться в окна, ну и так далее, и так далее. В общем, симулятор спецназовца практически. Поехали, попробуем, вместе посмотрим. Я буду, что называется, учиться заново. Я совсем новичок здесь. Но надеюсь, какие-то старые навыки все-таки сохранились. Вот этой вот перестрелок в закрытых помещениях, когда нужно быть очень резким и жестким. Нажимаем. Первый раунд. Ну что же, здесь мы выбираем оперативника. Я выбираю самого простого. Вот таким вот образом он у меня будет вооружен. А что можно выбрать? Можно что-нибудь другое выбрать? Нет, ничего нельзя. А, смотрите, я могу выбрать или стационарный щит, или взрывчатку. Ну пусть это будет стационарный щит. Подтвердить выбор. И вот у нас другие игроки, их ники, они все уже тоже готовы. Вот так выглядят оперативники. У меня новобранец, но надеюсь, я не подведу команду. К обороне! Не дайте врагу пройти! Вот сейчас у нас будет оборона, то есть мы должны защищаться. Так, защищаться. Надеюсь, я успею. Так, нас обнаружили. Так, это
я расстрелял. Враг обнаружил взрывчатку. И это тоже. Это враг дроны. Знает, дроны с видеокамерами. Враг знает, где искать взрывчатку. Остановите его. Показывают врагам. Так, давайте сюда стреляем. Тихо. Готов. Ух. Это жестко. Отлично, сам вышел. Это было неплохо. Враг готов. Поздравляю команду. Вот это все-таки реакция еще не подводит старого лисика. Ну смотрите, посмотрите, вот повтор, смотрите. Хорошо, просто в правую руку, прям фантастика. Смотрите, я принес команде вот такую пользу, занял даже первое место. Ребят, вот серьезно, это круто. Я вчера, конечно, уже поиграл немножко, но старые навыки еще есть. Хотя на самом деле бывают и очень неудачные матчи. То есть сейчас вот реально повезло, сейчас зашло. Меня даже ни разу не убили. Это было круто. Сейчас у нас второй раунд. Ну, как я уже говорил, не в каждом раунде так бывает. Но вот Том Клэнси — это жуткая динамика, это очень классно. Это такой постоянный экшен. И убивают практически сразу, то есть первая пулька и все. Но вы сами видели. Нужно отыскать заряд. А вот сейчас мы едем при помощи такого дрона, который я расстреливал. Едем. Докладываю, робот обнаружил заряд. Иногда нужно разведбот слушать. Нашел заряд. Он слева. Начнем через 10 секунд. Гад. Начнем через 5 секунд. Расстрелял моего бота. Но я знаю, что он на втором этаже. Деактиватор заряд. Снова у нас. Найдите заряд и обезвредьте его. Не теряйте бдительности. Пойдемте он с тем парнем. У меня самое первое оружие, самый простейший оперативник, но мне очень нравится, честно.
прикроем этого парня. Они были на втором этаже. Отлично, ты молодец, друг. Сдается мне, он нас кинул. Ну что, надо двигать. Кассетный заряд установлен. Минус один. Возникает вопрос. И еще один. Тихо. Его надо услышать. Вот здесь я вверх-то прозевал, а он мог быть и сверху. Еще 15 секунд. Так. Что мы делаем? В живых один оперативник. Остается 5 секунд. Ай-яй-яй. Лимит времени исчерпан. Вот я, к сожалению, сейчас просто не разобрался, что нужно делать. Вот, к сожалению, в чем вся шляпа. Подвел ребятушек. Ну, куда не деться. Надо было что-то там, видимо, деактивировать, но вот не сообразил. Я просто еще не пробовал это делать ни разу, поэтому такая вот шляпа. Здесь очень сильное обучение, интересное, поэтому его нужно было, конечно, до конца пройти. Мне просто очень захотелось посмотреть. Охраняйте заряды. Простые игры вместе с командой, но и вам показать. Будет. У нас обнаружено 9 тяжелых. Враг знает, где находится заряд. Будьте начеку. Перезаряжаю! Поехала. Докладываю, врагу известно, где заряд. Ах ты сволочь, да? Десять секунд. Есть 5 секунд. Враг обнаружил взрывчатку. Приготовиться. Ну пошла же.
очень шумно, надо отсюда уйти. Мы должны охранять заряд здесь. Ай-яй-яй-яй-яй. Как я его мог прозевать? Там же был куча наших ребят. Ну вот видите, вот так. Здесь тоже бывает. Никуда не деться. Жив один оперативник. А он еще держится. Молодец. К сожалению, мы проигрываем. Но у нас еще остается четвертый раунд. Матчпоинт. Может быть, мы еще сможем что-то сделать. Постараемся. Жалко, я прозевал со спины сейчас, конечно, парня. Ну, я, кстати, неплохо смотрюсь с точки зрения статистики. 4 убийства, 1 смерть, нормально. Найдите заряды с помощью бота. Бот обнаружил взрывчатку. Докладываю, робот обнаружил заряд. Угу, помехи. Понятно. Встанем наверху. 10 секунд. Начнем через 5 секунд. Деактиватор снова у нас. Местонахождение заряда известно. Обезвредить. Они поставили там. Вот это вот я его хорошо заметил. Смотрите, как вышло. Удачно. Он такой дерзкий, на дерзости прям выпрыгнул. Дают прикурить, мать его.
надо полить. А, там уже кто-то из наших есть. Врываемся, врываемся. Что делать с этой фигней-то? Я не знаю. Вау, неплохо, неплохо. И мы делаем это. Мы делаем это, делаем, делаем, делаем. И как гранатка тут. Вот это было красиво. Смотрите, еще какой-то дополнительный раунд дают дополнительный. Ну вообще удивительно. Заруба такая жесткая. Обычно быстрее заканчивается. Но просто здесь и они побеждали, и мы, поэтому так все затягивается. На самом деле потрясающе. Очень приятно. И пишите комментарии, если вам эта игра интересна. Будем ее играть, будем смотреть. Разных оперативников будем периодически. Можно даже постримить. Вот. Я сейчас вот в прямом эфире это катаю все. И вам покажу. Слушайте, я вообще что-то прям... А кто это у нас первый? Это ж я. Нужно отыскать заряд. Надо только мне подтяну я, так сказать, моменты, что там с зарядами делать. Потому что пока я только стреляю. Надо слушать. Че, опять наверху, что ли? Докладываю. Робот обнаружил заряд. Вон они. А, просто санкция. У вас еще 10 секунд. Вот здесь спрячемся. Потому что потом можно будет использовать. До начала, 5 да, секунд. Да, да, можно будет использовать просто нашего ботика. И вы нашли деактиватор. Вот, ваша цель – обезвредить заряд. Вы потеряли деактиватор. Удалось вернуть деактиватор. Деактиватор потерян. Деактиватор снова у нас. Давайте сейчас посмотрим. Это 5. Вот так. Ах ты гады, они вон куда моего ботика взяли, они его нашли. Все, так вам получится. Давайте делаем следующее. Кидаю гранату. Я не знаю, что это было, это какая-то турель, по-моему. Ох, я здесь подсел, по здоровью подсел. Вот это нормально, я тут принял. Один противник. Ну все, по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так он же, вот он, собака. Ну чё же они его не нашли-то, а? О, ребятки. Я думал, он около них. Вот так вот это было. Чуть-чуть не повезло. Надеюсь, наши его добьют. Отлично. И мы делаем это. Противник устранен. Задание выполнено.
Отлично. Ну, видите, я занял второе место, но мне кажется, очень хорошо. Всего 2 смерти, 6 убийств. Прекрасно. Я прям получил кучу удовольствия, ребят. И команда хорошая, и смотрите, очков славы я получил плюс 271. Это прикольно. Это прикольно. Ну что же, ребятки, после такого насыщенного экшена матча так и остается вот так вот брутально сидеть, закуривая сигару и попивать виски. И говорить, круто, круто, что мы выбрались из этого. Ну, особенно если еще с такой красоткой рядом, так это же вообще жизнь хороша. Ну что же, первый взгляд получился. Мне понравилось, как я здесь сыграл. В общем-то, принес команде пользу, занял там даже второе место, кучу народу пострелял. При том, что у меня самый первый, самый простой оперативник. И всегда мне нравились вот эти close combat перестрелки вот в закрытом пространстве, да. То есть вот этот вот спецназ вот со времен еще той старой Радуги 6. И здесь я это снова увидел, снова получил. Это классно. То есть ты должен быть быстрым, быстрым как пантера. И тогда успех ждет тебя. При этом каждый твой шаг, каждое твое перемещение по локации, оно просто насыщено каким-то экшеном, каким-то, скажем так, стрессом, но достаточно позитивным. То есть ты чувствуешь себя спортсменом, и ты должен победить. Вот. Настоящий такой спецназовский тактический шутер. Всем советую попробовать. И действительно, я думаю, равнодушным он никого не оставит. Из интересных моментов, как я уже сказал, здесь есть куча оперативников, которые можно открывать. У них у всех свои особенности. Очень классная, интересная стрельба. Мне понравилось то, что здесь противник вырубается сразу с первой пульки. Это очень похоже на реальность. Но при этом, вы знаете, нет такого ощущения какого-то абсолютного жесткого хардкора, который, скажем, есть в Армии 3, да, когда тебя тоже с одной пульки вырубают, но там как-то тебя вырубили и безнадежность. А здесь все-таки есть вот это ощущение фановых перестрелок, как-то посвободнее себя чувствуешь, и в то же время, как неудивительно, еще более реальным это кажется. Вот такой вот, вот такие у меня ощущения от всего этого процесса. При этом все это очень быстро, очень все это не занудно, скажем так, очень весело. Команда, опять же, команды попадаются очень разные, бывают очень плохие. Даже голосуют там за то, чтобы тебя исключить, если ты хорошо играешь. Ну, бывает такое. Бывают очень хорошие команды, вот как у меня сейчас отличные ребята, мы сыграли все. Ну, мне игра понравилась. Надеюсь, вам этот первый взгляд тоже понравился, тоже зашел. Обязательно пишите свои комментарии, мне будет интересно их почитать. Обязательно ставьте пальцы вверх, особенно если хотите видеть эту игру еще. И пишите об этом. Подписывайтесь на канал и до следующих встреч. Надеюсь, мы посмотрим еще эту игру.